робити, коли ніби немає виходу, коли нікому немає до тебе діла і життя стає нестерпним? Та чи варто його шукати? Саме з цим питанням звертаємось до Олександра Пушкова, сімейного та дитячого психотерапевта, і будемо говорити про самогубство, про ось такі страшні ситуації, які відбуваються в нашому житті. Насправді, це все поблизу нас, це не так, що десь хтось якось. Ми повинні розуміти, що це таке, і повинні знати, що можемо ми, як дорослі вже люди, зробити з такою ситуацією. Я дуже рада, що саме ви прийшли сьогодні до нашої студії, бо ви працюєте із дітьми, із підлітками, і ви розумієте їх, як ніхто краще. Тому ось якою ж є статистика на сьогоднішній день, чи ми можемо говорити про те, що такі випадки не поодинокі, а їх багато. Ну і якщо ми вже говоримо про статистику, то хотілося б дізнати статистику великого міста. Спасибо большое за приглашение. Действительно, тема не радужная, страшная, неприятная, но очень важная для обсуждения. Сейчас, особенно в осенний период, и даже глядя на свою статистику там, приходов клиентов, действительно участились случаи вопросов со смыслом жизни, с темой риска там, подросткового суицида, депрессии подростковой, а это очень взаимосвязанные вещи, поэтому тема очень острая. Если говорить о статистике, важно понимать, что считают всегда очень по-разному, очень сложно. Я приведу какие-то вещи, которые могли бы быть такими опорными для понятия. Например, официальная статистика за 2018 год говорит о том, что в Украине за год было больше 6 тысяч. Ничего себе, 6 тысяч – это уже. По статистике, да, пропорция мужчин и женщин была 5 к 1, условно говоря, то есть очень большой процент мужского пола. Да, человеков больше, так? Да. И если пытаться перевести в цифры, когда считают на 100 тысяч населения, то есть тоже на, значит, статистика говорит о том, что там за... Вот сейчас я боюсь цифры назвать, потому знаете, что я всегда могу не то назвать и скажешь, что ошибся, неправильно звучал. И идея какая? Идея такова, что процент смертности вот самый высокий именно из-за суицида. Не дорожно-транспортные происшествия, не какие-то другие, не убийства, а именно суицид. Он на порядок выше по... Это в Украине, чи це світова статистика? Это статистика и мировая, и конкретно наши СНГ страны, Беларусь, Россия, Украина, это действительно совпадает. А с чем повязаны ось такие суициды? Вот вы сказали уже, что чоловіків больше страждают от этого, и ось они больше схильні. Чому саме чоловіче населення? Чому? Ну, на чоловіка і справді багато чого покладається у цьому світі, і він, мабуть, відповідає за багато таких от ситуацій, але ж жінка, мабуть, вона все ж тримається якось, так? Не знаю, може, з чим це пов'язано? Да, я попробую несколько об'яснень дати, я просто хочу перед этим как-то донести саму ідею, да? То есть, ну, суїцид – это рішення сознательное уйти із жизни самостоятельно, да? И этот процесс, он редко бывает случайным или спонтанным. Это стереотип думать о том, что это произошло вдруг и неожиданно для окружения. На самом деле это событие чаще всего происходит вываженно, очень решительно, очень продуманно. И есть определенные этапы, когда человек дозревает до него. И в эти этапы он обычно в процентах 70 посылает некоторые сигналы о том, что ему сложно, и ему нужна помощь. И вот как раз невозможность увидеть эти сигналы вызывает потом у родственников, которые столкнулись с этим горем, удивление, что это вдруг неожиданно было. Так, ну мы и как раз поэтому... для того и да, зустрелись об этом сегодня будем говорить. И говорим, а так, поэтому, тому, если чтобы говорить, почему же такая разница мужчин и женщин, возможно, есть идея о некоторых ценностях, которые могут вдруг там привязывать там, дети, да, какие-то вот привязанные социальные, ага, которые тобто, может, не может более смыслообразующие, больше так, ответственности, а больше решений. Втрачать, возможно, так? Это решение. Угу. Плюс ко всему есть все-таки такая тенденция, что источником суицида является социально-психологическая дезадаптация. То есть есть какие-то вещи, связанные с проявленностью в мире, проявленностью вовне, с работой, с адаптацией в коллективе, в
в общении, и есть какие-то эмоциональные сложности, которые тоже могут стать источником толчковыми к потере смысла и вот этому тупиковому состоянию. Ну, насправді, від чоловіка зараз багато чого вимагається, так? Чоловік, ну, навіть візьмемо економічну складову, так? Якщо чоловік забезпечений, якщо він на вершині, скажімо так, соціального статусу, то в нього все добре, і він себе почуває непогано. Якщо у чоловіка втрачається щось, ну, можливо, і фінансові якісь ті забезпечення, там, чи що завгодно, так, він втратив роботу, він, можливо, втратив через, і саме через це, втратив іще й рідних людей близьких, так, чи жінку, наприклад, і все. І в нього вже є той, як... Ну, вы должны понимать, что вы правильно говорите. Единственное, есть такая, ну, нюанс. Вот мы, знаете, как со стороны, как будто бы, если посмотреть, то может быть какие-то вот важные, существенные факторы, которые мы точно бы сказали, что, ну да, если работу потерял, это точно может вести к суициду. А складывается ситуация так, что у человека, ну, условно говоря, может быть его внутренняя личная трагедия, внутренняя возможность, там, которая другим человеком может восприниматься как несущественная, которую он бы переступил, которую бы преодолел. Ну, так, а для него она может стать существенным событием, которое замыкает его, которое появляется невозможность найти какие-то решения. Он по кругу начинается мысли, идет напряжение, стресс, который, ну, такой ситуативный, да, который потом запускает еще и такую хроническую тупиковость. И вот эта невозможность принять решение, она в итоге приводит к такому, к потере смысла. И это даже на биологическом уровне это все вычисляется. Сейчас очень большие исследования в нейропсихологии, которые прям видят, как лобные доли, там, где вот волевая часть, там, где осознанная часть у человека находится, как по-другому биохимически начинает работать эта часть нашего мозга, когда человек уже готовится к суициду, и когда вот он развивается по депрессивному сценарию. То есть там совсем другая химия идет. Ну, дивіться, ми вже тут з'ясували, що насправді може бути безліч різних причин, не лише, звісно, біологічні, генетичні. То есть даже то, что были в роду опыт суицида, он тоже влияет на то, что человек может принять решение так уйти. А як це видно? Ну, чи можуть близькі люди і родичі, наприклад, одразу ж помітити, ну, може, не одразу, може, через деякий час, але все одно, так, щоб не було потім дуже болісно усім, ну, знати вже, бачити, що ось з людиною щось не так, і чи можуть вони допомогти йому позбутись такої думки? Да, это очень важно, это можно увидеть. И мы должны еще говорить о том, что вот стереотип о том, что суициду там решается на него люди, которые там психически больны, он стереотипен, но не прав. Лишь 25% людей, которые страдают шизофренией, биполярным расстройством, они могут прийти к суициду, но не все. И поэтому часть здоровых людей, которые вот, ну, в такие, ну, в невротическом расстройстве, то есть вот в конфликте каком-то, они, это частично, это, ну, 80% нашего населения, они, ну, склонны к тому, что могут прийти к суициду. И маркерами могут быть, ну, как я сказал, уже депрессивные состояния идут рука об руку, то есть если есть потеря аппетита, если есть пониженное направление, эмоциональное состояние, если есть раздражимость, неадекватная вспыльчивость на какие-то события, ранимость, если человек социально начинает выходить, не вписываться в коллектив, в семью, он замыкается, изолируется. Это первые причины, которые говорят о том, что душевно с человеком что-то не то. То есть это не знак равно, что это и суицид, но это та же тропинка, та же дорожка. Потому что сначала может быть депрессивный эпизод, а потом он может закончиться трагедией. А чи можно щось зробити, виправити ситуацію? Якщо, наприклад, у людини, ну, вже є схильність до суїциду, і ми вже поступово бачимо, що вона збільшується. Да, люди могут вслух говорить уже такие вещи, то есть есть этапы прихода к суициду, то есть есть сначала антивитальные мысли, когда человек просто, ну, не очень склонен рассматривать жизнь как ценность, то есть он просто размышляет о том, что а что это за жизнь, а что ж это я как белка в колесе, а что это с утра до вечера одно и то же. Вот такие фразы, это уже маркеры этапа антивитального. И как бы такие мысли со смертью, эти мы переживаем все на самом деле в такой форме. Я вам скажу, ты хотела сказать еще, Александр, вы знаете, вам зараз скажут большинство для чим, що ми майже всі, мабуть, зіштовхуємося таким. І якщо посмотреть як шкалу приближеності к смерті, то ми всі, вот 80% людей на вот антивітальних мислях, ми моментами жизни знаходимося. Более того, іноді ми вибираємо дорожку таких псевдодолгого суїциду, коли ми уходимо в трудоголізм, коли ми працюємо так, що вирубаємося просто, ну, по 3 часа спим, коли ми уходимо в какую-то... Це теж розлади, так? Это показатель того, что, ну, с точки зрения такой психотерапии глубинной, это по сути саморазрушение.
такое изнеможающая работа. Поэтому это тоже такое, ну, мы не можем закончить жизнь, там, скрыв себе вены, но бессознательно таким, загоняя трудоголизмом себя, мы сокращаем свою жизнь и качество. Тобто щось не так. А як тоді переглянути, що в людини не так? Ну, як дізнатися? Може, сама людина зробила б аналіз, чи вона не може цього зробити? Особливо, коли в такому стані. Когда человек в таком состоянии, есть идея такой суженности, тоннельности мышления, человек просто сталкивается с сложностями, он не находит ресурсов решить какой-то вопрос, у него мысль не может смотреться широко, он не может находить несколько вариантов, и вообще вариантов на какие-то сложившиеся ситуации. Поэтому, как я уже говорил, что если поэтапно человек уже не только на антивитальных мыслях, а уже больше даже размышляет о смерти, начинает ставить планы, это уже такие суицидальные задумки, которые могут перейти к суицидальным намерениям. Людина ж не каже про це, вона десь сама собі десь може пише. Она об этом думает, она может упорядочить свои дела, она может завершать какие-то незаконченные проекты. То есть есть вот такое окно месяца, когда самое вот предсуицидального, когда человек вдруг начинает как-то необычно все завершать, упорядочить или как-то вот там прощаться, как-то какие-то письма писать долгие кому-то. То есть вот такие вещи, они начинают происходить. Это вот если быть внимательным, это можно и на этом этапе человеку помочь. И очень важно, получается, донести идею, что в такие моменты нужно дать определенную поддержку, снять стресс, снять попытки обесценить то, что, ну, что это несерьезно, там, или поставить чувство вины, а как ты там можешь там, думать даже такие мысли. А что не можно говорить? Знаете, дуже часто кажуть, ну хочешь, ну давай, ну чому ты? И це треба цього, це робити, чи не можна ні в якому разі? Я лично не сторонник, что есть там частый какой-то процент таких идей, когда человек говорит о суициде, что это манипуляция. На самом деле это не очень правда, потому что человек может так говорить манипулятивно, потому что он еще на том этапе, когда он спыкается с мыслью, что он точно умрет. Но это просто еще пока не приходит к уровню его волевого решения, смелости и так далее. И говорит, что он сейчас вот манипулирует, да, часть людей, которые столкнулись с суицидом, которых спасли, вытащили, и они увидели, что это приносит выгоду, есть процент людей, которые к этим потом играются. Но это настолько мизерная история, поэтому я сторонник того, что если вдруг так происходит, нужно брать за руки, вести к специалисту, нужно человеку помогать находить смысл, опоры. Так не пидешь эта людина ни до кого. Переважно, они не хочуть, мабуть, нет, смотрите, они в том-то и дело, что в это окно даже предсуицидальное, они ищут специалиста, терапевта, семейного врача, они могут быть какой-то, ну, то есть с прохожим, они ищут возможности, где выразить то, что их напрягает, потому что часть их, понимаете, они находятся в таком неровном балансе, когда мысли о смерти и ценности, которые их удерживают, они вот очень хрупко вот так наравне балансируют. И часть человека хочет руки помощи, она просит ее. И даже если просто внешне не есть видно, сопротивление можливо, так? И такая раздражимость и агрессия, за этой формой есть просто боль, которую человек, ну, выражает. И поэтому, по большому счету, достучаться о том, что есть шанс с этим всем справиться, помочь, посмотреть на это шире, посмотреть в какие-то вот, ну, смыслы, опоры, ценности, восстановить человека есть. Олександре, ну, дуже добре, що ви ось бачите, так, ви завжди бачите вихід із таких ситуацій, але наостанок хочеться від вас почути рекомендації для близьких людей, для тих, хто поруч, хто, можливо, ще не побачив, ну, так, щоб не було пізно. Ну, самое важное, что человек, который пребывает в определенной семье, есть какой-то контекст, да, где он живет. И самое первое, самое лучшее, что мы можем сделать, как близкие, не только для самого человека, это создать определенную обстановку, которая будет, ну, в какой-то степени, ну, мягкой комнатой, да. Это меньше стресса, меньше напряжения, отложить вот эти какие-то конфликты и какие-то непонимания в сторону, потому что ценность человека и ценность риск того, что его потерять, они меркнут по сравнению с теми иногда причинами и конфликтами, которые возникают. Вот создать вот эту безопасность, начать по-новому говорить, то есть это испытание и это шанс для всей семьи выйти на новый уровень общения, быть открытым, проговаривать эмоции, создавать какую-то благополучную атмосферу и перестроить какие-то общения вокруг. Потому что если говорить о подростке, подростки иногда могут видеть токсичность и, ну, трагичность отношений, которые развиваются с родителями, как они с друг другом ссорятся, как они экономически там не выгребают и там, ну, как-то нагружают семью потом своими проблемами и транслируют свои неуспехи и там депрессивные состояния. И они иногда чувствуют свое место, ну, лишним, виноватыми, и еще какими-то. Поэтому вот
наладив отношения, не трогая даже этого человека вот здесь на уровне семьи, это большой шанс, чтобы дать человеку вот в этом эпизоде, в этом затишье найти какие-то опоры, найти новые смыслы, включить его, вот подключить друзей, подключить какую-то обстановку, социальное какое-то общение, чтобы он, ну, чтобы человек не изолировался, чтобы он не замкнулся, чтобы он, ну, чтобы кто-то я думаю, рядом. Що це дуже дієво. Це буде от тим виходом, от про який, мабуть, мріють усі, хто втратив. А втрата, ну, це просто, ну, це вже те, чого, що не повернеш. Да. І, звичайно ж, нам потрібно усім бути уважними. Да, ніяких, один до одного. Да, не нужно ніяких обвинений, ніяких провокацій, ніяких, ну, таких вот, ну, попыток, ну, не поверить в то, что человек так это переживает. Здесь только искренность, только вера, понимание и, ну, и любити надежда, і розуміти, надежда, так. Да, надежда, которую транслировать. А хто це може зробити? Лише близькі люди, так? Да. Лише, можливо, ваша родина, друзі, знайомі, ті, хто не байдужий до вас. Это крайне сложно, это поднимает много чувства вины, это пытается, это обессиливает, потому что ты не можешь повлиять, ты только видишь, как человеку плохо, но поверьте, слушай его, принимай его, давай ему надежду, выдерживая то напряжение, ту боль, которую он может рассказать, это колоссально важно для него в этот момент. И не нужно в этот момент думать, что я не мог, ничего не могу повлиять. Это существенно важно для него. Але як буде приємно, коли та робота була, буде зроблена, да. І вона потом буде поділена на вас двох, да. Так? Mm-hmm. І це буде великим успіхом. Я дуже дякую вам, Олександре, що ви прийшли сьогодні до нашої студії, справді говорили на таку серйозну тему. Але ж хочеться, щоб ми усі берегли себе, щоб таких випадків у нас ніколи не було ні з нами, ні з нашими родичами і близькими. Я думаю, що все буде добре. Тож зустрінемось завтра вже о 13:30. До побачення.